Сложно найти страну более прекрасную, чем Исландия. Я проехал ее по кругу за 10 дней в одиночку, посетив практически все лучшие места, не считая высокогорья и западных фьордов. Надеюсь, этот фильм послужит для вас вдохновением к самостоятельным путешествиям и к посещению этой страны. А еще этот фильм об одиночестве и поиске счастья. Так что, если кому-то эта тема на данном этапе жизни близка, думаю, фильм будет вам интересен вдвойне. Ну а чтобы вы были не только вдохновлены, но и вооружены необходимыми знаниями для путешествия в Исландию, под этим видео в описании я оставлю ссылку на свой маршрут в виде Google карты со всеми советами и локациями. После этого фильма и ознакомления с маршрутом вы будете подготовлены к незабываемому путешествию. Желаю приятного просмотра. Только что чуть не потерял свой багаж в Стокгольмском аэропорту. По идее, он должен был быть отправлен сразу же из Киева в Рейкьявик, в Исландию. Я проходил мимо ленты сдачи багажа и увидел свой чемодан. Произошло бы это на минуту раньше, на минуту позже, и чемодан бы мой, походу, остался в Швеции. И мне было бы очень прикольно в Исландии без теплой одежды. Не знаю, чей это косяк, регистрация проходила автоматически, хотя на наклейке на багаже было написано «Трансфер до Рейкьявика». Не знаю, как он оказался в Стокгольмском аэропорту на ленте выдачи багажа. В любом случае, совет вам, если у вас есть достаточно времени между рейсами, перепроверяйте, постойте у ленты выдачи багажа, может быть, вы увидите свой чемодан. История с счастливым концом, и это хорошо. В общем, продолжаются мои приключения. Я уже в Исландии, сейчас ищу шаттл-бас. Фирма называется Grey Line. И единственный автобус с пометкой Grey Line, который я заметил вообще во всем этом аэропорту, это вот этот автобус. Оказывается, что это частный автобус, который арендован вообще для частной группы. А где мой автобус, я понятия не имею. Походу, буду сейчас звонить со своего украинского номера им и тратить свои деньги. Все окей, автобус подъехал через 3 минуты, поэтому можно было даже не звонить в эту компанию. Зря кипишевал. Имейте в виду, что дорога от аэропорта до Рейкьявика занимает около часа. И это важно учитывать, чтобы не опоздать на свой рейс. Шаттл-сервис от аэропорта до Рейкьявика не дешевый, особенно если вы путешествуете вдвоем, цена увеличится вдвое. К сожалению, у вас нет особой альтернативы, поскольку такси вызвать довольно проблематично, в Исландии нет Uber, и цена на такси, возможно, будет еще выше. Я уже у своего отеля, но проблема в том, что сюда так просто не попасть. Позвонил я в свой гестхаус, надо ждать 10 минут, пока чувак придет, потому что он сейчас заселяет кого-то где-то в другом районе. Вдобавок ко всему начинается дождик, а наш друг исландец все не идет. Хорошо, что я пополнил счет на телефоне, потому что сим-карту в аэропорту найти не удалось, и если бы сейчас у меня не было денег на украинском номере, то не знаю, короче, что бы я делал. Ну, отель, конечно, так себе, тем более за такую цену, но в Исландии все дорого. Минус отеля в том, что в 3 часа дня ты заселяешься, а в 10 утра ты должен уже выселиться. И у них нет никакой камеры хранения для багажа. В общем, все, хватит разговаривать, переодеваюсь и иду смотреть Рейкьявик. Я купил сим-карту местную, провайдер Nova. Стоит сим-карта 2000 крон, это примерно 20 баксов. Безлимитные звонки и смс, плюс гигабайт интернета на 30 дней. Но правда, пока что 3G очень говняненький. Вот по Вайберу пытался подсозвониться, и связь отвратительная. Что забавно, что первый мой ужин в Исландии тайский. В тайском ресторанчике, очень милый ресторанчик, очень вкусно, сытная порция. 2680 крон, рис с курицей с овощами и 0,3 пива тайское. Идешь туда, куда тебя ноги несут. Сейчас я иду, тут плюс 7. Такой свежий воздух чистый, хотя вроде бы столица. Я представляю, как приятно дышать где-то в глуши.
В Исландии 11 часов ночи. Как видите, все еще светло. Белые ночи — это круто. Рейкьявик можно посмотреть за один день. Больше тут нет смысла проводить. Я нашел круглосуточный магазин и купил себе пиво, чтобы лучше спалось. И перекус, бутерброд и йогурт на завтрашнее утро. Все это мне обошлось в $20. Две баночки пива, бутерброд и йогурт. 500 гривен. Даже больше. Спокойной ночи. Доброе утро. Очень плохо спалось, потому что тонкие стены и шумные двери в отеле. Соответственно, слышно, что делают твои соседи вплоть до каждого шага. Все так же холодно, все так же светло. Иду за машиной. Я, кстати, немного переоценил расстояние. До прокатной конторы мне идти почти 40 минут. Ну ничего, пройдемся, подышим. Вообще, конечно, надо было заказывать шаттл-сервис до отеля, чтобы машину доставили до отеля. Стоило это $30, но я почему-то тогда пожлобил, сейчас немножко жалею. Ну ничего, надо дышать свежим воздухом и настроиться на позитив. Правда, погода что-то пасмурная, пока не радует. Кстати, очень много строек почему-то в Рейкьявике, прямо отстраивается весь город, посмотрите. И так почти на каждом квартале. Вообще не покидает меня ощущение, что я какую-то херню снимаю, потому что одному, конечно, снимать тяжело. И еще стройка, посмотрите, целый квартал. Все строится. Что касается парковки в Рейкьявике, в первые 2 часа тариф составляет $1.60 за час. По прошествии 2 часов тариф уменьшается до 50 центов в час. В общем, что я хочу вам сказать. Тут все крайне дорого. Кофе стоит порядка $6. Маленькая чашечка кофе. Капучино. А еще я почему-то всегда в Рейкьявике заблуждаюсь. Тут как-то улицы уходят часто в диагонали, и очень тяжело мне ориентироваться. Реально, постоянно сворачиваю не туда. Хоть ты тресни. Выселился из отеля, помылся, успел даже помыться. Пока что чувствую, что играю на перегонки со временем. Надеюсь, что сегодня будет не так. Вот этого я точно не ожидал. Рошен в Исландии. Какая цена? $8, неплохо так. Купил себе водичку и сухарей в дорогу. За все это я заплатил 487 крон. Воду я купил чисто ради того, чтобы у меня была бутылка, потому что у них воду можно пить из-под крана, причем как горячую, так и холодную. Горячая, правда, воняет жутко, но говорят, там много полезных минералов. Кстати, еще хочу заметить, что хоть я и составлял маршрут, но это было давно, и я специально недели 2-3 до поездки вообще не смотрел, какие места я буду посещать. Ну, для того, чтобы позабыть уже, и чтобы впечатления были более острые. Я, честно говоря, не помню, на какой пляж я сейчас еду. Помню, что на пляж, какой именно, не помню. Ну, и тем приятнее будет его посмотреть. Приехал я на этот пляж. Могу сказать только одно. Ради этого я приезжал в Исландию. Пошли посмотрим. Сказать, что я в восторге, это не сказать ничего. Исландия, ты прекрасна. Просто прекрасна. Исландию называют страной льда и пламени.
Холодный воздух и ветер могут пронизывать тебя до костей, но под ногами у тебя будет гореть земля. И это завораживает. Огненной земли я не приукрашивал. Исландцы могут выпекать хлеб в своей земле, что, собственно говоря, они и делают уже много столетий, так называемый вулканический хлеб. А в гейзерах они могут варить яйца. Я очень советую вам попасть в это место, еще и на таком прекрасном закате. Я хотел сегодня попасть еще на два водопада. Не знаю, успею ли, на один точно поеду, Улан-Удэ. В чем преимущество Исландии? В том, что вот такой вот красивый закат и такие цвета длятся не 5-10 минут, как в той же Индонезии, а уже минут 40. И надеюсь, что часик у меня еще в запасе есть. В общем, еду сейчас на Гюльфосс, а на Хайфосс, скорее всего, не попаду. 10:30 ночи и солнце. Посмотрите на эту красоту. В тот момент я испытывал лишь одно чувство – благодарность. Ты же знаешь, как там наверху. Ну а мы ниже, мы здесь где-то рядом. Ты протяни свое крыло мне под ноги. Смотри в окно, ты посмотри в окно, посмотри в окно, ты увидишь ее. Я у водопада Гюльфосс, сзади меня прекрасный закат, на дворе 12 часов ночи. Жизнь прекрасна. Дроны у водопада запрещены. Снимать особо нечего, потому что водопад сейчас в тени и там все серое. Но в комбинации с этим закатом зрелище потрясающее все равно. А я фиксирую правонарушение. У этого водопада нельзя летать на дронах, а они собираются взлетать. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Привет. Как ты? Как дела? Доброе утро. Тут очень хорошо спалось. Я вообще могу советовать этот отель. Это гестхаус. Очень сытный завтрак. Очень приятная, уединенная локация. Отзывчивый персонал и хорошие номера по меркам Исландии. Цена за номер появится где-то здесь. Сегодня я отправляюсь на остров, который никогда не выговорил, как и все остальные названия в Исландии, Вестманайяр или Вестманайяр. Вот название. Отправляюсь я туда на пароме вместе с машиной. Отправление 12:45, сейчас 10 утра, и мне еще надо попасть на водопад. Опять-таки, не могу выговорить, вот он. Мне надо спешить, потому что ехать до водопада час, а я там хочу еще поснимать, соответственно, времени очень мало. Погнали.
Как всегда получилось заскочить на водопад всего лишь на 15 минут, но ничего, я после этих островов завтра вернусь к нему, потому что подходить туда ближе явно стоит. Но на дрончике вроде бы классные кадры получились. Все, погнали на паром. Кстати, тут платная парковка 700 крон за сутки. Это порядка 7 долларов. Hello. Hi, sir. I have a booking. You have to go there inside and get the ticket, because just show me you have by the ticket. Okay. You need to take the ticket there inside. Ah, all right. Okay. So I can park here? You can let them stay here, or you can drive here. You see where the people is walking? Yeah. The door is there to the in ticket. The building. Okay, thank you. Получил билеты, отправляюсь на борт. Hello again. Everything's okay? Yeah. Okay. Climb aboard. Thank you. Походу я не успел выйти из машины, остался в грузовом секторе. Все двери закрыты. Я нашел лифт. Иду в кафетерий. Шатает приличненько. Те, у кого слабый вестибулярный аппарат, обязательно пейте таблеточку, потому что будете блевашкать. Сильно блевашкать. Паром на остров, название которого даже не знаю, как выговорить. Кофе, шоколад, запах морской соли, крик чаек. Бродский. Мягкий океан, солнце. Неприступные вулканические острова, создающие впечатление неземного. Переливы цветов. Одинокая хижина, укрытая полукругом скал от посторонних глаз в зеленом лежбище. Как там проросла трава? Пастельные тона неба и подножия гор на горизонте. А выше, заснеженные в крапинку, как огромная корова, горные пики. Одиночество. Пока что это самое красивое место в Исландии. Слушай, я тут жил. Вот тут мне нравится. Как-то сразу колорит. Со всех углов. В Исландии, кстати, наличка вообще не нужна. Все можно оплатить карточкой, даже телефоном уже с Apple Pay. Отличный гестхаус. Тут всего около 4-5 комнат. Очень все уютно, по-домашнему. У хозяина есть своя коллекция DVD-фильмов, причем у него хороший вкус. Это, кстати, вот картина извержения вулкана в океане, 71 год, если не ошибаюсь, когда появился остров недалеко тут от этих островов. Не помню название, сейчас оно появится тут на экране. Теперь этот остров стал наследием ЮНЕСКО, и туда не пускают обычных людей-туристов, только ученые туда приезжают. Я даже не уверен, попадают они на сам остров. Исследуют то, как зарождалась жизнь на планете Земля миллионы лет назад. То есть это как планета Земля в миниатюре на этом острове. Вот такая вот кухня. Два холодильника для гостей. Единственный минус то, что общий душ. Ну, как-то так. Ресепшн. Моя комната на втором этаже. Вот тут, кстати, мне очень нравится. Смотрите. Комната на четверых, но... Плюс в том, что у нее шикарный вид из окна. А вот моя комната. Пока что в гестхаусе заняты только две комнаты, я и еще двое ребят. Хозяина на месте не было, он по телефону сказал нам, что мы можем сами заселяться. Ключи от комнат были на столах. Ну и все, такое вот самообслуживание. Ребята уже помылись, пошли куда-то гулять, а я вот решил подснять, показать вам, какой прикольный гестхаус. Мне он реально нравится. Если вы когда-нибудь задумывались о том, как выглядят люди, которые отправляются в поход,
неизвестно куда поснимать красивые виды, они выглядят вот так вот. Я не знал, куда я иду, и не знал, что я увижу. В этом, наверное, главная прелесть путешествия. Чувствовать себя первооткрывателем. Может мне, пожалуйста, кто-нибудь на этой планете объяснить, почему так красиво? Ну почему так красиво? Ну господи ж ты, господи, почему так красиво? Везде. Просто везде. Куда-то вот 360 градусов. И сука красиво. Ну как? С вулкана. Может, на память оставить? Как сувенирчик. Обязательно, если хотите снимать в путешествии, имейте с собой портативное зарядное устройство. С коптером, кстати, пока что. Это большая проблема, потому что официальных зарядных устройств для DJI коптеров нету. Есть зарядка только от розетки, либо автомобильная зарядка. Поэтому приходится выкручиваться с автомобильной зарядкой, благо она довольно-таки неплохо заряжает, и я уже более-менее разучился эффективно использовать свое время в полете. Одной батарейки хватает на 20 минут полета всего лишь. Исландия — это смесь земного и неземного. Посмотрите, наша природа и какой-то космос на заднем фоне. Начало тропы, там, где я только что был. А вот мой гестхаус, Габриэль Гестхаус. Это было круто, как и все пока что здесь. Не на этом острове, а в принципе в Исландии. Но этот остров вообще офигенный. Топовое место. Топовое. По еде на этом острове могу советовать ресторан Год. Очень вкусно. Камеру оставил в машине, сейчас иду за пивом на вынос. Супермаркеты уже закрыты, поэтому их придется идти в бар. Девочка на заправке сказала, что можно пойти в один бар, который продает прям бутылки, если можно взять пиво на вынос с собой. Не хочу в баре сидеть. Хочу либо на улице, либо в отеле уже перед сном. Чё, собственно говоря, включил запись. Я понял, что я счастлив, и мне очень-очень-очень нравится этот остров. Я даже постараюсь научиться его выговаривать правильно. Надо будет у кого-то из местных спросить, как его выговаривать. Сначала зашел в магазин мороженого по ошибке. Ну вот, по соседству, оказывается. Этот магазинчик, сейчас оценим. Купил я пиво, причем купил пиво, посвященное местному пьянчуге. Он уже умер, и в честь него решили сделать пиво, потому что он был очень душевный чувак. Вот так вот оно выглядит. Голли. Бутылка стоит 10 баксов, но меня так заинтересовала эта история, что я решил купить. Причем продавец рассказывал эту историю другому клиенту, но я повелся. Маркетинг работает, ребят. Кстати, классное заведение. Очень много сортов пива, там своя пивоварня и свои сорта пива. А по поводу правильного произношения названия этого острова, спросил у девчонок на кассе магазина с мороженым, как правильно произнести. Они сказали, что остров называется Вестманайр. Так что я на острове Вестманайр. И он мне очень нравится.
Отдельного внимания заслуживают муралы в Исландии, это просто произведение искусства. Вы, наверное, помните шикарный мурал в Рейкьявике из первой серии, но на Вестманере абсолютно ничем не уступает. Обратите внимание, что вообще никого нет на улице. Эти кадры снимались примерно в 9 вечера. И полное уединение. И такая красота. Ну прекрасно же. Эти горы я мог бы смотреть бесконечно. Тем более, что они не заканчиваются. Ну, сами посмотрите. Эти птички были моим главным врагом в Исландии, поскольку они вообще не переносят коптеры. И присутствие людей рядом со своими гнездами тоже. Друзья, знаете, что на острове Вестманейр делают с таким вот видом? Играют в футбол. Исландцы крутые, блин. Если вас не впечатлило, то вот горизонтальная версия этого вида. Ну и я решил на эту Красную гору подняться. Как же марш не посетить-то? По огромным каменным обломкам было видно, что тут произошел обвал. Казалось, что ты идешь по месту трагедии. Усиливался дождь. Единственный звук, который был слышен, это крик птиц. Они были явно недовольны моим присутствием. Было уже почти 11 часов вечера, и в округе не было ни единой души. В воздухе чувствовалось огромное напряжение. Поскольку над тобой нависают огромные скалы. Камера не передает ни угла наклона, ни масштаба самих гор, но они действительно нависают. И кажется, что в любую секунду вся эта огромная глыба обрушится на тебя. Но как же это красиво. Овца. Гражданин пешеход, а чё ходим в неположенном месте? Ещё и наполовину в неглиже. На Крыжановку как проехать? Не местный, наверное. А
Однажды в кинофильме «Фантомная боль» я услышал фразу, которая крепко врезалась мне в память. Прелесть путешествия в одиночку в том, что никто не может указать тебе, что твое ощущение блаженства беспочвенно. Твое наслаждение моментом и местом продлится ровно столько, сколько ты сам захочешь. К сожалению, всегда есть и обратная сторона. Я нахожусь на самой южной части острова Вестманейр. Открываются прекрасные виды на ближайшие маленькие острова. Безумная красота, конечно. Все, у меня нет времени, я помчал на паром возвращаться на основной остров Исландии. Заканчивая историю об этом острове, хочу сказать, что в мире не очень много мест, в которые я хотел бы вернуться. И это место определенно одно из них. Думаю, вы можете смело закладывать 2 дня на этот остров, а не 1, как сделал я. Тем более, что недалеко от этого острова есть малоизвестная, но очень крутая локация. Никто из местных жителей, никто из компаний, которые занимаются экскурсиями, не расскажет вам об этом месте, но я вам о нем расскажу. Видите точки на горизонте? Это одно из самых невероятных мест, которые я когда-либо видел. И вот как выглядит это место вблизи. Я очень хотел туда попасть, но в интернете нет никакой информации о турах к этому месту. Мне пришлось сделать частный запрос по имейлу в компанию, которая занимается турами на лодках по ближайшим островам. Они сказали, что в принципе могут меня туда свозить, но это будет стоить $1000. Так что, друзья мои, если вы будете путешествовать с группой на эти острова, то обязательно используйте этот шанс и съездите туда. Да, и по названию. Естественно, не надейтесь, что я его произнесу правильно, так что просто вот оно на экране. Мы причаливаем, нужно вернуться в машину за минут 5-10 до того, как мы будем выезжать. В противном случае будет создаваться пробка из-за одного какого-то лопуха, который остался на верхней палубе. И сейчас, походу, нас будут выпускать. Да, и кстати, если вы уже сели за руль, то ни в коем случае не включайте двигатель, потому что помещение закрыто и можно задохнуться. О, все, дверь открывается, погнали. Все, я снова на этом водопаде, на котором был вчера. Решил переодеться в непромокаемую одежду и взять с собой только GoPro-шку, потому что по опыту Индонезии знаю, что мощные водопады разбрызгивают влагу на десятки, а то и сотни метров. Соответственно, лучше перестраховаться. Вот я о чем говорил. Не берите сюда поздний телефон. Телефон в карман спрячьте. И вот они, непроницаемая одежда по-любому. У меня вообще есть традиция плавать в водопаде в каждой стране, где я бываю. Но я уже поплавал, так что традиция соблюдена. Тут можно поплавать, не заходя в водопад. Так, давайте попробуем заснять какой-то таймлапсик. Таких ощущений я еще не испытывал в этой жизни. Заказал традиционный исландский супчик из баранины.
и сейчас буду обедать. А, да, еще хот-дожик. Все обошлось примерно в 20 баксов. Промокла у меня немножко шапка, полностью промокли носки, потому что вода попала в промежуток между ботинком и голеностопом. А моя одежда уже полностью сухая, так что, ребят, обязательно берите водонепроницаемую одежду в Исландию и термобелье. Ну и обязательно классные трекинговые ботинки, это must have. Ну что, поехали дальше. Я приехал на место крушения самолета, знаменитая тоже туристическая точка. Но как-то очень много людей сейчас тут, поэтому я решил поехать дальше на другие места, вернуться сюда уже ближе к ночи, чтобы не было людей. Кадры с разрушенного самолета хотелось бы снять все-таки в одиночестве, а не среди толп туристов. А добираться туда и обратно занимает 7 километров, и это около 3 часов, как написано на табличке при входе на начало тропы. Немного не везет сейчас мне с локациями. Дирхалей маяк уже закрыт. Дело в том, что это не только маяк, это еще и природный заповедник, и тут гнездятся птицы. Как раз в июне месяце, и с 7 вечера до 9 утра каждый день в июне он закрыт для всех, чтобы птицам гнездилось в покое. Надо наконец поговорить про обратную сторону соло-путешествия. Если за тобой есть шлейф мрачных мыслей и переживаний, хочешь не хочешь, ты возьмешь его с собой в путешествие. Ты можешь их запереть в отдаленной комнате своего подсознания, но когда придет момент эмоционального катарсиса от увиденного, а в Исландии это будет происходить часто, очень скоро останется лишь одно желание – разделить это с кем-то. Я часто разговаривал с пассажирским сиденьем. Рассказывал о том, что сегодня увидел, и в какой-то момент вырвалась фраза «Я скучаю». И с этой фразой синусоида моего эмоционального состояния с вершины стремилась к своей низшей точке. Затем новая красота, новый пик синусоиды, и все по кругу. Ты можешь достигать гармонии с внешним миром, но это никак не поможет тебе в гармонии с самим собой. Это обратная сторона путешествия в одиночку.
такая красота тут каждые 5 километров, что хочется просто с кем-то поделиться этим. Слишком много этой красоты для одного меня. Я думаю, будет правильным показать остаток серии без какой-либо музыки, только лишь со звуками окружающей природы. Так будет атмосферней. Послушайте, как тихо. Меня сейчас не покидает ощущение, что я нахожусь на Марсе. Летом. На Марсе летом. Как будто бы трава на Марсе выросла, и птицы прилетели гнездиться. Смотрите, какая банда. Вот еще друзья их. Мило. Утром у меня стоял выбор. Возвращаться либо к самолету, либо к маяку Дерхалей. Для экономии времени я выбрал маяк. К маяку Дерхалей мне напоминает дорогу на Гаверлу в Карпатах украинских. Лучше сюда ехать на джипах, потому что на моей пузатерочке опасненько. Это первая плохая дорога, которую я встретил в Индонезии. И это напомнило мне о родной стране. Вот вообще не понимаю, почему до сих пор в наших Карпатах не сделали нормальные дороги. Это же наша туристическая жемчужина. Мне предстоял насыщенный день. Больше 300 километров и 3 точки на маршруте. А тут еще и остановки каждые 15 минут из-за очередной мимолетной красоты. Каменные пустоши Исландии имеют особый шарм. С верхнего ракурса кажется, что наша земля больна. Вся поверхность будто покрыта язвами. А с другой точки все тот же холодный, но космический пейзаж. И кажется, что это уже и не земля вовсе. Лишь изредка проезжающие машины возвращают тебе чувство реальности. К чему это я? Даже не надейтесь вписаться в график в Исландии. У вас не получится.
что я поехал в путешествие сам, потому что вряд ли бы кто-то мне позволил выйти на тот край обрыва. Тем более, что по правилам безопасности этого нельзя было делать. Вряд ли это оправданный риск, но кадр получился красивый. Я понятия не имею, куда я сейчас направляюсь. По карте просто буду сейчас двигаться к месту, помеченным звездочкой. Посмотрим, что я там увижу. Не знаю. И это классное ощущение. Водопад, что ли? Водопад это как деревья. На каждом шагу. Очень много людей в Исландии почему-то. Вроде бы еще дороги горные не открыли, а они, блин, на таких бульдозерах прутся. Смысл бы Золотому кольцу переться на такой тачке, непонятно. Так, я подъехал к водопаду, он называется Свартифосс, и до него надо еще идти пешком почти 2 километра. Ну, пошли, куда же деваться-то. По пути вы увидите водопад поменьше, и к нему можно будет подойти вплотную. Но не забывайте об осмотрительности. В целом, Свартифосс можно упустить. Хотя, наверное, я уже зажрался. Красиво ведь. Близилось время заката, солнце соприкасалось с вершинами заснеженных гор, отражаясь золотом в неспешной речушке. Очередное завораживающее зрелище, просто на обочине дороги. Мне оставалось добраться до ледниковой лагуны, и я боялся одного. Наша местность окружена горами, скоро солнце опустится еще ниже, и о шикарных кадрах можно будет забыть. Я понимал, что не успею, до лагуны еще полчаса езды минимум. Каждый квадратный метр этой страны прекрасен. Каждый квадратный метр. И я решил рискнуть. Слева на карте увидел озеро и помчал туда. Вдруг там тоже ледник. И я не ошибся. Друзья мои, я заявляю со всей ответственностью, что в этой стране есть все, кроме пальм. Хорошо прочищает сознание в таких местах. Кажется, что проблем не существует. Есть только сейчас. Круто. Это момент счастья. Ледяная.
Это, наверное, самое лучшее место, которое я видел в своей жизни. И что приятно, я даже не подозревал о его существовании. И, соответственно, не включал в маршрут. Дорожный день. Проеду около 250-300 километров. Еду с юга Исландии на восток, на фьорды. Что мне очень нравится в исландских дорогах, помимо того, что они шикарного качества, так это то, что у них есть очень прикольные такие мосты. На этих мостах помещается только одна машина. Та машина, которая к мосту ближе, та проезжает первая. Ни одного окурка, ни одной бумажки, ничего нет на обочинах. Причем я не вижу ни одной бригады, которая бы это убирала, то есть люди просто не мусорят. И, к сожалению, вспоминая Украину, становится грустно за свою страну. Да, это, конечно, не Индонезия. Украина еще очень чистая страна по сравнению с Азией. Но, ребята, нам есть куда расти. Я думаю, что к такому уровню гражданской ответственности и сознательности мы придем через два поколения. Единственный раз, когда я видел, чтобы люди убирали улицы, это было в Рейкьявике, в столице. Целая бригада из 5-6 человек, специально экипировки, такой, с салатовых жилетов, убирали мусор. И это было рано утром. Но я не могу сказать, что поздно вечером там на улицах прям полный срач. Нет, абсолютно чисто. Я вообще не понимаю, где там они этот мусор нарыли, но с утра вот убирали. Очередное место, которое я не включал в маршрут, оно было просто по пути на восточные фьорды. Таких гор я еще, честно говоря, не видел. Сногсшибательно. Особенно, как они задерживают облака у себя на верхушках. Причем это же не дождевые облака. Каждую минуту открывается новый вид. Первые свиньи в Исландии найдены, вернее следы от них. Ну нахрена, ребята, нахрена, на фоне такой красоты. Вы в своем уме? Я очень надеюсь, что наши пенсионеры тоже смогут путешествовать так же в ближайшем будущем. Покажу вам сейчас, как заправляются в Исландии, ребят. Это интересно. Тут все на самообслуживание. Выбираешь сумму, на которую нужно заправиться. У меня это вторая станция. Колонка. Забираешь карточку, заправляешься. Рай для социопата. Супер. Единственное, только бензин у них очень дорогой. Порядка $2 за литр. В Исландии, блин, все дорого. Хотя
Хотел спуститься туда, к пляжу, но понял, что идея не очень хорошая, потому что спуститься там можно до уровня где-то высоты метров 20, а потом там обрывистая скала вдоль всего пляжа, и, соответственно, никак. Я нашел, как спуститься к пляжу. Нужно было немножко проехать дальше, и есть парковочка почти у пляжа. Соответственно, тут можно по камням спуститься. И сейчас посмотрим, что там. Слышали про вулкан Эйя-Пьятла-Юкюты, который невозможно было выговорить. Я сам долго тренировался. Когда произошло извержение этого вулкана, все мировые СМИ об этом трубили, но все дикторы, которые рассказывали об этой новости, мучились и поражались, как исландцы вообще могут выговаривать такие длинные слова. Это название состоит из 16 букв. Ну и на латинице первая буква И. Так вот, западные СМИ придумали называть этот вулкан И-15. То есть буквочка Е и 15. Таким образом упростить себе жизнь. По-моему, это забавно. Что мне безумно нравится при вождении на фьордах, тут вообще нет людей. Нет машин, нет людей, нет домов, только природа. Друзья мои, я нашел какое-то очень красивое, но очень стрёмное место. Ущелье. Такое ощущение, что там «Властелин колец» снимали. Помните сцены про призраков? Я все-таки попробую туда подняться. Причем тут в округе вообще никого нет. Местечко, прямо скажем, недружелюбное. Шаткие камни, неустойчивые. Высоко, блин.
Тут очень много комаров, причем здоровенных. Вот такой вот сегодня у меня будет вид из окна. И, к слову, сейчас 12 часов ночи. Фьорды — это нечто особенное. Девушка на ресепшене сказала, что к ним часто в этот залив приплывает кит. И есть шанс его увидеть. Я не представляю, как в такой спокойной воде может появиться кит. Тем более выпрыгнуть из воды. Кто его знает, вдруг повезет. Я, конечно, не рассчитываю, что мне еще удастся его заснять, это будет везение вдвойне, но, может, хотя бы увижу. Кстати, заселили меня в такую добротную квартирку. Я, честно говоря, даже забыл, что я бронировал такие классные номера. И за вменяемую цену для Исландии. Вид из окна, правда, так себе. Ну, нафига нам вид из окна, когда мы спать ложимся, правильно? Доброе утро, ребята. Я еду сейчас на крутой водопад и слушаю исландскую музыку. Of Monsters and Men. Очень классная группа. Если не слышали, то обязательно послушайте. На востоке Исландии нет так много туристических мест, популярных. Хотя тут безумно красиво и реальные люди отморозки, что не ездят сюда. Ну, слава богу, нам же лучше. Так вот, из-за того, что не так много туристов, цены немного ниже. Очень часто вам предлагают завтрак в отеле. Но завтрак в отеле вам обходится, как правило, ёлки-палки. Надо остановиться, развернуться. Но завтрак в отеле вам стоит около 10-15 евро минимум, а то и больше. Как правило, этот завтрак включает в себя какие-то мюсли с молочком, кофе или чай, два тоста с двумя кусочками колбаски. Ну, это на шведском столе, вы можете взять больше, конечно, но выбор невелик. В магазине же можно купить себе две булочки для гамбургера и ту же колбаску, и вам обойдется это в $5. Плюс какой-то сок за $2. И вот вам, пожалуйста, экономия в 2, а то и в 2,5 раза на одном завтраке в день. Плюс пиво. Пиво стоит в магазине около $4-5, банка 0,5. В ресторанах пиво будет стоить около 10 баксов. Ради такого вида можно было и развернуться, и проехать обратно километр. Я не устану это повторять. Исландия, ты прекрасна. Наконец-то я приехал к классному водопаду. Название появится где-то здесь, потому что не могу выговорить, как всегда. Так жарко, что пришлось переодеться в футболку, но я этому факту очень рад. Больше никаких полетов, ребят. Я потерял свой дрон благодаря вот этой хуйне, на которую я сейчас снимаю.
Мой телефон просто взял и выключился посреди полета. Дрон был достаточно далеко, я не видел его, потому что была большая высота. Кнопку «Возврат домой» было нажимать бесполезно. Никакой реакции не последовало. Попытался найти его при помощи функции в приложении DJI Go. Найти дрон. Пришел на место, где последний раз он был зафиксирован, и там как бы ничего нет. Либо приложение перестало записывать информацию о полете в тот момент, когда он вырубился. Либо кто-то его забрал, когда он приземлился. Это место, не знаю. Ну, короче, такие дела. Такую подставу кидать нельзя. Приятного аппетита. Если найдете коптер, то примите в семью. Он такой же белый, как вы. Что я вышел с баньки зимой. На самом деле термоисточники — это очень крутая штука. Мне даже их запах нравится. Смахивает на тухлые яйца. По вкусу тоже, кстати, как тухлые яйца. Но мне нравится запах. После потери дрона для снятия стресса то, что надо. Стоит 4700 крон входной билет. В стоимость не входит полотенце и не входит купальный костюм. Летом работает, по-моему, с 9 утра до 12 ночи. Но зайти нужно хотя бы в 11:30, не позже. Ну, на самом деле, тут можно минут 40 потусоваться и спокойно ехать дальше. А зимой тут, кстати, можно увидеть северное сияние. Плаваешь, расслабляешься в теплой водичке и смотришь северное сияние. Красота! Тут гораздо меньше людей, чем на Blue Lagoon. Хотя, возможно, потому что я приехал поздно. Сейчас уже 10 часов вечера, даже, по-моему, 11. Но, возможно, уже все люди спят нормальные. И остались только такие полуночники, как я. Конкретно сейчас тут вообще людей, наверное, человек 30 максимум. А площадь бассейна очень большая. Сегодня реально плохой день, потому что все как-то идет не по плану. Я почти ничего не увидел, что планировал. Я потерял коптер, что самое обидное. И только что я хотел купить пиво. Думал, что мне наконец-то повезло сегодня. И я успею купить пиво в 11 вечера. Комары. Прячусь от них в капюшоне. В этих термальных источниках есть магазинчик. И там продают бутылки пива в холодильнике. Я взял две на кассу. Мне девушка говорит, я должна их открыть. Я говорю, окей, тогда я возьму одну. А можно я выпью пиво где-то в другом месте? Говорит, ну да, ну да, я должна открыть. Типа, вы сейчас не за рулем? Я говорю, ну я за рулем. Ну типа, вам тогда нельзя пить. Я говорю, естественно, я понимаю. Придется ехать с открытой бутылкой до отеля своего. Дайте мне хоть крышечку, которую вы только что забрали. В общем, дала она мне крышку, так что теперь буду с полуоткрытым пивом ехать до отеля. С другой стороны, решился вопрос с открытием пива. Потому что открывать мебель в отеле было бы не очень хорошей идеей. И пришлось бы как-то выкручиваться по-другому. Зажигалки у меня тоже нет, поэтому что-то бы придумывал, конечно, но в этом плане вопрос решился. Во всем надо искать плюсы, ребята. Погнали в отель. Плохой день. Дорога в никуда. Помните фильм «Мгла»? Вот такое ощущение, что я сейчас в этом фильме. Ко всему прочему добавилась еще дорога из гравия. И, честно говоря, она очень плохого качества. Вот очень мне сейчас нужно. Помимо того, что уже почти час ночи, и еще, блин, дорога из гравия, что еду 30 км в час. Ну, в путешествии должно быть все правильно. Повернул с основной трассы в сторону отеля. Знаете, куда я заехал? В поле. Отель в поле, блядь. Я очень надеюсь, что дорога позволит моей пузатёрочке доехать. Я даже не вижу его на горизонте еще, этот отель. Хорошо, хоть указатель был, что он там есть. Кстати, вот так вот я сушу свои шорты. Отель на горизонте! Ура! Я это сделал. Спокойной ночи.
надеюсь, что хуже дня не будет. Я сейчас направляюсь к северному побережью. Ночевать буду либо в отеле, либо в городке. Я не знаю, честно говоря, что это под названием Гретислауг. По пути планировал объехать один фьорд, но и так дорога будет 3,5-4 часа. А если еще заезжать на фьорд, то это затянется на 5-6 часов только дороги. Поэтому, пожалуй, я пропущу. Последние дни я слишком замотался из-за долгих переездов. Расстояние в 250-300 километров, как в Украине, наверное, километров 700 проехать. Хотел немного рассказать про отели в Исландии. Как правило, за баксов 100 вы можете снять очень маленькую комнатушку. Очень часто эта комната вообще на одного человека, то есть односпальная кровать там. Ну, я не могу сказать, что это прям какая-то совсем халабуда. В принципе, условия более-менее нормальные, за редкими исключениями. Но у вас нет своей ванной комнаты, туалета. Это за 100 долларов. А если же вы хотите свой личный душ, то это будет стоить уже порядка 130-140 долларов. Минимум. С другой стороны, качество этих общих ванных комнат всегда на высоте. В них не страшно зайти. И на самом деле, принятие душа в такой ванной комнате — это чисто психологический момент отторжения. Ваш частный душ также является общей ванной комнатой, просто ей пользуются раз в день. В любом случае, этим душем кто-то пользовался до вас, и кто-то будет пользоваться после вас. Вот такие вот утренние рассуждения о психологии принятия душа. Я отмечал это место на карте, когда спланировал маршрут, но потом я его исключил из маршрута. Но так получилось, что повернул я не туда и увидел таки это место. Вот оно. Тут информационный стенд, и я узнал очень много интересного. Во-первых, это долина известного исландского писателя-поэта Йонаса Халгримсона. Самое интересное, в этом стенде я узнал, что Исландия оказывается страна-лидер по производству электроэнергии. Логично, что это гидроэлектростанции. Причем она в два раза больше производит электроэнергии, чем вторая страна в мире, Норвегия. Вот такие дела. Многие люди пытаются сэкономить при путешествии в Исландию и выбирают опцию без отелей. Они ночуют либо в палатках, в кемпингах, либо вообще арендуют дома на колесах. Я смотрел подобные варианты с домами на колесах. Во-первых, для меня это не вариант, потому что там только ручная коробка передач, а я на ручной коробке не ездил давным-давно. Второй момент, то что они реально очень дорогие, и по сути экономия по сравнению с отелями в районе 100 долларов или 200. Это я еще не посчитал, сколько бензина ушло бы на поездку. Что дом на колесах явно жрет больше, чем маленькая машина. Что касается ночевки в палатках или в маленькой машине, то, во-первых, ребят, это не очень удобно. Во-вторых, ночевать вы можете только в кемпингах, и за это надо платить. Понятно, что цена не такая высокая, но вы теряете абсолютно все удобства. И подумайте сами, нужно ли это вам. Мне кажется, что лучше все-таки снимать маленькую комнатушечку, даже с общим душем, но зато вы будете спать как нормальный человек. Вариант ночевки где-то на обочине не прокатывает, потому что абсолютно на всех площадках, на всех обочинах стоят знаки, что парковка на ночь запрещена. И вас реально будут сгонять, если вы захотите переночевать там. Кстати, когда я готовил маршрут, я прочитал, что, по-моему, есть какая-то кемпинг-карта, которую можно заранее купить в Рейкьявике, допустим, либо оформить по интернету. И она предоставляет скидки на ночевки в кемпингах. По-моему, она распространяется абсолютно на все кемпинги Исландии. Но лучше уточните в Google. Гретислауг расположен на северном фьорде. И перед тем, как ехать туда, я решил заскочить к маяку на краю этого фьорда. Очень уж понравились мне базальтовые столбы на пляже возле него. Эта местность одна из самых малоразвитых в Исландии, туда позже всех провели электричество, а дороги до сих пор не асфальтированы. Разительный контраст со всем остальным, что я увидел в этой стране. Оказывается, у них так тоже бывает. Посмотрите, какое место я откопал, чисто случайно. Я не знал, что оно вообще существует.
Те, кто собирается путешествовать на машине, имейте в виду, что в Исландии нельзя оставлять открытыми нараспашку двери машины, ветер может запросто их сломать. Прокатные конторы вас об этом обязательно предупредят, и воспримите эту информацию серьезно. Маяку я не попаду, хотя это место, которое я планировал посетить. С другой стороны, я думаю, что водопад явно превзошел этот маяк, поэтому не зря съездил в любом случае. Почему нельзя посетить? Потому что тут гнездятся птички сейчас. Кроме двух туристов, я не встретил в этой местности ни одного человека. Только птицы, лошади и овечки. Исландцы в целом очень воспитанные и приветливые люди, но о настоящем исландском радушии и гостеприимстве я узнал в Гритиславок. Эта местность удалена от цивилизации до ближайшего продуктового магазина около 10-15 километров по плохой дороге. Я приехал, как всегда, под вечер и был жутко голоден. Хозяева гестхауса угостили меня едой и пивом, и мы провели около 2 часов за душевной беседой. Знаете, такие редкие беседы, которые всегда вспоминаешь с улыбкой. Говорили об Украине, Исландии, людях, ценах, природе, футболе, битве экстрасенсов. Да-да, вы не ослышались. Ребята рассказали смешной факт, что у них в округе живет мужчина-исландец, который участвовал в украинской битве экстрасенсов. И они его хорошо знают. Мы потом еще очень долго смеялись над этой темой. В тот вечер я понял, что каким бы интровертом я ни был, без общества долго не протянуть. Гритиславок определенно входит в топ-3 мест Исландии для меня. По значимости. Первое – то озеро с ледниками, второе – Вестманайр, третье – Гритиславок. Очень душевные хозяева гестхауса, да и в принципе всего, что здесь находится, это их земля. Они все создали здесь, их старшее поколение и нынешнее поколение. Это первый раз, когда я общался с людьми, как с близкими друзьями. Наверное, мы будем поддерживать связь на Фейсбуке. Приятно иметь знакомых хороших людей со всего мира. Кстати, горячие источники шикарные, а зимой, купаясь в этих горячих источниках, можно еще наблюдать за северным сиянием. А летом можно вечно наблюдать за вот таким вот прекрасным закатом. Потому что солнце огибает гору, и на севере вдоль всего океана идет снова на восток. Прекрасная страна. Сегодняшний день очень достойно компенсировал вчерашние неудачи. Спасибо людям и спасибо природе за это. А еще завтра утром я отправлюсь вот на тот остров. Он называется Дрангей. И там обитают паффины. На русском языке тупики. Но мне больше нравится английский вариант. Паффинс. Очень знаменитая птица для Исландии. Я, честно говоря, рассчитывал, что увижу ее раньше. Как-то не повезло мне, что ли. На Вестманайр они должны были быть, но я почему-то не наткнулся. Но надеюсь, что завтра мне повезет больше. Ну и еще надо сказать, что сегодня тут просто чрезвычайной силы ветер. Ребята мне объяснили, что когда ветер дует с гор, он гораздо сильнее, чем когда он дует с океана. Но я спрятался за булыжниками на пляже, и тут меня ничего не беспокоит. Утром я отправился на Дрангей. Могу смело рекомендовать этот тур. Вот цена и сайт, где можно его забронировать. Дальше замолкаю, вы сами сейчас все поймете. Thank you.
So, welcome to Lena. This is the best coffee on the island. Друзья, я добрался до последнего городка на своем маршруте. Это маленький порт Арнарстапи на западе Исландии. На этом мое путешествие заканчивается, я еду обратно в Рейкьявик, завтра лечу в Бельгию, а послезавтра в Португалию. Исландия замечательная страна, и я настоятельно советую каждому побывать в ней. Я думаю, что в этой стране каждый сможет найти что-то для себя, потому что спектр того, что она может предложить вам, необычайно широк. На протяжении 10 дней Исландия дарила мне перманентное чувство восхищения от своей природы и десятки вспышек счастья. Знаете, такие вспышки, которые разрастаются в теплое, приятное послевкусие, когда ты переживаешь их с другим человеком. Ведь когда ты делишься, ты приумножаешь. Именно такое послевкусие я испытывал каждый раз, когда выкладывал очередную серию и получал ваши эмоции в ответ. Это, конечно, лишь доля того ощущения, но и она приносит колоссальное удовлетворение. К сожалению, когда ты путешествуешь сам, от этих вспышек остается лишь обостренное чувство одиночества. И в последний день это чувство меня накрыло с новой силой. Было противно, что я расстаюсь со всей этой красотой в таком состоянии. Нужно было срочно окунуться в новую вспышку счастья напоследок. Но погода этому не способствовала. И грандиозных мест на маршруте толком не оставалось. Стоп. Окунуться. Вот же оно. Вот это кайф! Очень соленая вода. Это было не зря. Я это на всю жизнь запомнил. Красота, вообще не холодно. Вот только сейчас ноги немножко схватывает.
Ах, как мало нам для счастья надо. Ах, как мало нам для счастья. Ах, как мало. Этой вспышки хватило до отлета. Люди, у которых забрали любовь, очень похожи на наркоманов. Пока не закончится процесс исцеления, они обречены на бег по кругу эйфории и ломки, в погоне за новыми дозами альтернативного счастья. Стойкого чувства счастья Исландия мне вернуть не могла, но четко дала понять, в чем оно заключается.